В центральном парке городского округа Люберцы состоялся арт-пикник, который организовал благотворительный фонд «Сердце детям». Цель мероприятия – укрепить отношения в семье, потому что совместная досуговая деятельность очень объединяет, и мы всегда поддерживаем. И плюс ко всему, раз мы занимаемся просветительской деятельностью, научить чему-нибудь такому, показать форму полезного досуга, чтобы родители уже видели, чем-то интересуется их ребенок, то это можно развивать и дальше как бы этим увлекаться. Благотворительный фонд «Сердце детям» существует в Люберцах с 2022 года. Организация помогает семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. На арт-пикнике для всех гостей организовали настольные игры для детей и фотозону. А также посетители участвовали в мастер-классах по декорации фоторамки, плетению браслетов и бус из бисера и росписи шопера. Делаем фоторамку красивую, вот, и украшаем ее, делаем декор на память из полимерной глины. Как тебе мастер-класс? Отлично. Прикольно, мне понравилось очень.